В Владивостоке продолжают устанавливать специальные урны с пакетами для уборки за собаками во время прогулки. На прошлой неделе дог-боксы появились сразу на трех улицах Первомайского района. Мы получили огромный живой отклик горожан. К нам стали поступать обращения об установке дог-боксов на территориях, где в основном у нас гуляют собаками. Соответственно, мы составили план, перечень таких территорий. И сейчас последние дог-боксы, которые у нас остались, мы на таких территориях устанавливаем. Работники муниципального предприятия «Зеленый Владивосток» в минувшую пятницу установили дог-боксы в сквере Хо Ши Мина на Борисенко, на аллее на улице Сахалинской и в сквере на Дибаидзе. Пользоваться дог-боксами несложно. В верхней части таких урн располагается отсек, в котором владельцы животных могут взять специальные пакеты для уборки отходов жизнедеятельности своих питомцев. А выкинуть наполненные пакеты могут в нижний отсек контейнера. Дог-боксы мы устанавливаем, потому что понимаем, что несмотря на обязанность законодательно закрепленную хозяев убирать за своими питомцами, вне зависимости от наличия отсутствия дог-боксов, часто люди сталкиваются с определенным неудобством, то есть нет специализированных урн, нет специализированных пакетиков. Соответственно, администрация, понимая важность сохранять чистоту в городе, соответственно, устанавливает такие необходимые малые архитектурной формы. Также в планах установить в сквере Кутузова, на аллее Дениса Давыдова, Леопардовой набережной, на аллее улицы Анны Щетининой, в районе Вострецова 4, Овчинникова 18, Калинина 217, Черемуховой 3. Дог-боксы создают цивилизованные условия для выгула собак, способствуют улучшению экологической обстановки городских территорий. Анна Дьякова, новости на 8.